Доброе утро, сегодня 27 февраля 2022 года, воскресенье, приехал на пасеку, хотел вам показать, как пчелки немножко разводятся, вот это третий улей, который я просматриваю, ну и вот это вот, то, что мне нравится во всем этом, большие рамки, вот так это все выглядит, пчелы зимуют очень хорошо, и вот так это дело выглядит. Я до этого вытаскивал. Матка где-то здесь бегала. Старенькая, правда, синяя. А, вот она, тут внизу, видите? Как вы видите, с левой стороны это запасы кормовые. Клуб всегда где-то спереди садится. И они по бокам рамками ходят, зад-вперед передвигаются. Здесь расплод уже, на других рамках расплод. Вот так тут выглядит. Этому улью хватит до конца марта. Запасов, что я тут делаю, только подставляю вот баночку с водичкой сладенькой, и все, больше они ничего от меня не получат. Они молодцы, и на этом так она останется. Вот эта рамочка тоже, тут немножко расплод был, по-моему, да, вот они тут под низом сидят. Вот видите, это привилегия хорошая вот этой рамки, большая. Мне это очень нравится, и я буду стараться в этом году переставлять всех моих пчелок на большую рамку. Приезжаешь, просматриваешь 10 рамок корпуса, и на этом все. Не надо тебе 2 ящика поднимать, 20 рамок просматривать. Это мне нравится. До свидания, всем всего хорошего.